Всем привет! Сегодня у меня на обзоре опять куча полезностей из магазина New Chic. Это два прикольных и крутых устройства для дома и два платья для девушек и женщин. Давайте разбираться! Начну я с поглотителя запаха в холодильник от суббренда Xiaomi Viomi, который выпустил такое устройство. Многие могут сказать, мол, зачем нужна эта штука, а я вам расскажу. Продукты, которые хранятся в холодильнике, являются источником не только запахов, но и болезнетворных микробов. Это не только неприятно, но несет риски заболевания ЖКТ. Герой обзора представляет собой источник активных обезвреживающих элементов, которые обеспечивают степень дезинфекции до 99,9%. Вместе с тем фильтр эффективно борется с посторонними запахами. Фильтр рассчитан на 1 год работы, в холодильных камерах объемом до 100 литров. При необходимости можно использовать одновременно несколько штук. После открывания упаковки, если принюхаться, то вас встретит травяной с явной примесью мяты, освежающий и приятный запах. Форма у фильтра небольшая, и он поместится в любой забитый продуктами холодильник. На следующее утро после установки поглотителя в холодильнике был свежий запах. Не могу сказать, что очень слышно запах травы, так как в холодильнике холодно, но то, что ничем не воняло, так это точно. У нас хранится много всяких продуктов питания, от рыбы и мяса, так и летних овощей, и такая вещь нам будет полезной. Много различной одежды и обуви я заказывал в New Chic. На этот раз заказал для своей девушки два платья. Платье с принтом горошек неизменно удостаивается заметного места на модном пьедестале. Узор давно стал классикой и неотъемлемым атрибутом любого стильного гардероба. Горох, наконец, покорил фэшн-подмостки, стал номером один среди модных принтов, став конкурентом клетки и полоски. Кстати, другое платье как раз в клетку. Такие короткие платья весенне-летнего сезона безумно легкие и удобные. Ежегодно они становятся обязательной деталью гардероба девушек любого возраста и типа фигуры. Актуальный принт и простой фасон платья позволяет создавать повседневные образы с удобной обувью. В то же время элегантный покрой и V-образные декольте станут изюминкой вечернего образа при желании. Расстаться с этой вещью хотя бы на день будет очень нелегко. Стильные, красивые платья всегда есть в гардеробе любой девушки. Они красивые, удобные, легкие, и их можно носить от начала весны, если она, конечно, теплая, до осени. Пошиты платья из очень приятного материала, нигде нет ниток либо бракованных участков, сшито все хорошо. Мы заказывали только два платья, но заказать хотелось намного больше, так как выбор был большой. Девушки-зрительницы, а напишите в комментариях, вам какое платье больше понравилось, белое в горошек или зеленое в клеточку? А это ленивая швабра. Штука, как оказалось, весьма полезная. Она позволит делать значительно меньше движений при уборке квартиры и контактировать с грязной тряпкой значительно меньше, если сравнивать с обычной шваброй. Благодаря крышке вы с легкостью вымоете и выжмете тряпку, не прикасаясь к ней руками и не снимая ее с швабры. От вас потребуется всего несколько движений. Крышка создана таким образом, что выжать тканевую насадку можно, просто погрузив ее в специальное отжимное отверстие. Насадка для швабры выполнена из микрофибры, которая обладает сверхтонкой структурой волокна и способна удержать влагу дольше, чем хлопковая швабра. Микрофибра – это универсальная насадка, которая подойдет как для сухой, так и для мокрой уборки. Является экологически чистым продуктом и полностью безвредна для любых поверхностей. Крышка ведра имеет специальную конструкцию, в которой предусмотрены два отверстия. Первое служит для промывки швабры, второе для отжима лишней влаги. Таким образом, вам потребуется всего лишь несколько движений, и швабра готова к продолжению уборки. Система сушки и слива настолько проста, что вы можете работать всего одной рукой. Особенно такая система придется по душе людям, имеющим проблемы со спиной. Наклоняться и проводить долгое время в согнутом состоянии больше не придется. Головку швабры можно регулировать и устанавливать в нужных положениях для более эффективной уборки.
Также изменяется положение ручки в зависимости от проводимых работ. Еще стоит отметить, что если у вас есть дома животные и они линяют, то их шерсть не будет налипать на фибру и при уборке будет скапливаться на краю швабры. При этом шерсть будет сворачиваться в маленькие клубочки, то есть комки шерсти будет убирать легче. Это уже проверено на своих животных. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось и было полезным. Всем хорошего дня и увидимся!